Дорогие друзья, позвольте сердечно вас поприветствовать в Москве, и особенно в этом году, в 2016, потому что ровно 50 лет назад ваш отец, король Хасан II, посетил тогда Советский Союз. Я всегда очень счастлив, я помню еще, когда в 2002, я видел президента его встретить в этой же пьесе. Я второй раз приезжаю в Москву. أعرب في البداية عن سعادتي بوجودي في موسكو بدعوة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين وأود أن أتوجه إلى فخامته بخالص الشكر.